Это вариантик спаленки. Это для тех, кто не любит складывать, чтобы все вешать. Только для детей, если надумаете покупать двухэтажную кроватку, миллион раз подумайте. Вообще не очень хороший вариант. По идее, дети все равно любят на своей кроватке внизу играть, что-то складывать, читать, валяться с друзьями. А наверху это так, залезть спать. Нет, это не вариант. Двухэтажные кроватки, это уж совсем когда места нету. Как вам, друзья, эта спаленка?